Сережа трактор приготовил для раскатки. Пока решил, здесь все равно никуда не проехать, ни сена не высыпать, ничего. Трактор разобрать, посмотреть. Сюда заехали. Серега хочет договориться, чтобы ему помогли кабину с трактором сдернуть. Это как оно? Сельский РТР? Как оно? Ну, как оно называется? А что ты делаешь? М? А что, там много чего откручивать в кабине? Я думаю, что ее там долго откручивать. А ты раз уже и это. Да. Я как представлю, сколько здесь работы. А этот кун не надо снимать? Не надо? Понятно. Что? Ну давай, куда лезть-то? Да никуда не надо. Масло сливал с коробки. Вот отсюда, да? Ну вот. Это в масле было? Здесь аппаратура. В масле были, да? На дне, на магните. Пробка с магнитом. А-а-а. Здесь аппаратура подшипника. Вон отсюда. Подшипник там в коробочке. А, и вот ты теперь будешь вот эту вот коробку разбирать, да? Вообще все видишь, разбирать. Ну, оно, наверное, все бы и надо. Весь трактор. Весь трактор, да. Вся, вся гонка. Сама гонка. Эти педальки. Кабину снимают с трактора. Ну а к вечеру вот это все, что осталось от трактора. Справа полпети и слева полпети. Ты хоть снимаешь что-нибудь? Вот, сама сниму. Вон. Что? Шарики. Ну? От подшипника.
Их-то очень мало, да? Должно быть больше. Да почему там сепаратора нет? Вот он рассыпался. Куски сепаратора. Шарики как попало. А вот это что тут все стесанное, звездочка, смотри. Возношенное. Ну не то, чтобы стесанное. Нет, вообще. Вот внутри-то. Вот это? Да. Ну, что-то попадало. И что, ее тоже менять? Не знаю, вот. А там это тоже покоцано как-то. Это нормально еще. Только вот он люфтит, не знаю, посмотришь сейчас инструктаж. Это вал отбора мощности. Да. Ну, трактора нет, трактора. Что нам стоит? Да. Ой, жуть какая. Какая боль, какая боль. Потихоньку разбирается трактор дальше. Ой, и что тут? Коробка передач. Вот это, да? Вот эта коробка. И что там? Ну, вторичный вал унес, конечно, здесь торчал. Ну. Это гайка. Гайки резьба съедена внутри. Ну. И на самом валу гайках она. То есть резьба. Ну. Ну, надо вторичный вал. Болтался хвост, стави куда-то звездочка. Ага. Шестерня. И видишь? Зеркало. Вот, оно тебе надо было туда залезать. Ну, когда расцепится и разорвет коробку, то да, будет так можно. Мамочки, рот. Надо менять вообще на несколько десятков тысяч. Папа решил поиграть в конструктор. Не решил поиграть, а за 5 лет впервые разобрал. Ты не путай понятия. Поиграть. Мамочки. И раскидать все. Нет, для меня это сильно страшно. Я пойду с той стороны, мне тут отсвечивает. А вот это что у тебя за деталь лежит? Стартер напускать. А, да, тут. Посмотрим, что есть промежутка. Вот коробка проворотишь. Вот это? Да. Вот это? Да. Между двигателем, да? Вот ее, вот эту вот снимать. Ага. А потом? Потом уже все собираешь. В двигателя лезть не буду. В двигатель ты лезть не будешь. Ты мне ответь вот на такой вопрос. Нет. Откуда ты знаешь, как оно должно быть? А хрен его знает, я не знаю. Сколько раз ты залезал в трактор? Первый раз вообще раскидал. Ну, откуда? Поэтому собрать я не знаю. Ты мне не шути! Соберу Кировец, разобрал Беларусь. Нет, а серьезно? У тебя же интернетов нету, что ли? Ну тебе же сроду тракторов не было. Это твой первый трактор. Как ты знаешь, куда вот эту штуку вставлять? Я ее знаю, и тогда еще знал. Я жопу вон ту скрывал, вытаскивал куклу когда-то. Вон там. Когда ставил трактор вот так, что масло перебежало вперед. Да. Ладно, еще вопрос. Нет. Вот ты какие-то колесики покупал, чтобы трактор раскатить. Вон. Где? Сзади. Ну покажи. Ну показывай, там все видно. А, вот они колесики, да? Вот колесики. И. А, ты блоком его, да? Блок поддерживал колесико. Потому что блок перевешивал. Сейчас туда тележку ставил. Блок уже на колесико. Если блоком колеса. Мост откатывает. Вручную? Действительно. Чё тут откатывать? Чё тут откатывать, действительно? Взял да откатил. Обалдеть. Собирай здесь. Зачем сейчас? Ну чё? Завтра опять ехать. Завтра я, естественно, завтра вал вторичный надо брать. Ну я вот. Не буду разбирать. Я надеюсь, не в камень завтра ехать? Я надеюсь тоже, что не надо. Я очень рад. Да. Ой, страшно. Я сам офигеваю, как я собираю это. А вот это что? Глушак какой-то, нет? Это воздушный фильтр. Я даже не знаю, как оно называется. А этот взял, блин. Разобрал трактор.
Кошмар. Где? Где? Какие вилки? Еще раз скажи, вот что это. От коробки. Коробки. Двигают шестерни. И это, ты через месяц планируешь его собрать? Ну, почему же? Сюда вторичку я за эту коробку соберу, если кто не снимал. Я соберу и поставлю, присоединить ее к мосту. Вилочку вот эту главное сделать. Включать мне рулонник подключать. Валв-то от сбора мощности. Вот это главное. Поставить, коробку собрать, воткнуть. И уже мост закрывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. В общем, на этом мы этот ролик заканчиваем. А вы, если вам интересно, в другой раз заходите, смотрите, берет он его или нет.